писатель-сатирик Леон Измайлов. 2 месяца назад я пригласил Владимира Вольфовича, зная, что он действительно талантливый артист, в передачу «Смешные люди», которую вел. Там Владимир Вольфович рассказывал нам очень интересные вещи. Значит, он сказал, кто такой Зюганов? Кто это Зюганов? Кто он такой? Он родился во время войны на оккупированной территории. Что его папа? Немцы там были. Папа через линию фронта ползал, чтобы делать его Зюганова. Это Зюгенфельд, а не Зюганов. Все. И вопрос, а теперь зовут вопрос. Папу Зюганова? Вы действительно верите, что Зюганов немец? Фамилия Зю для русского языка не характерна. Нет у нас такого Зю. А фамилия Жи? Есть Жир, пожалуйста. Жир, сколько угодно. Даже город есть в Волгоградской области, так называется, Жирновск.